Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня в новом видеоролике я решил сделать обзор на новый автомобиль, который появился после Нового года на проекте Amazing Online. Там, кстати, сейчас вышел новогодний квест, который вы можете пройти, потому что уже появилась дополнительная квестовая линия, но при этом не забывайте вводить промокод Лимонти на старте, который вам даст на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег вам вполне хватит, чтобы купить нормальную квартиру и машину и начать свой старт на проекте Amazing Online. Я думаю, вы все знаете канал Академика. Константин давно снимает различные проекты с автомобилями, и у него вышел недавно проект Bentley Ultra Tank. На Bentley Continental GT он накинул какие-то гусеницы от тяжелой техники, и получилась вот такая вот конфетка, которая у вас сейчас на экране. И такая машина была добавлена на проект Amazing Online. Я решил посмотреть, что это и с чем его едят, потому что, по сути, этот проект предлагался как машина для бездорожья. И действительно ли это так? Я решил посмотреть, как эта будет машина выглядеть с неоном, как она будет ехать на третьем чипе, сделал пару подсъемов и затестировал ее и вынес вердикт. Всем желаю приятного просмотра, не забывайте подписываться на канал. Так, короче, ребят, наконец-таки у меня появился во владении ультратанк, который я и хотел. Сейчас мы, наверное, его затюнингуем, попробуем на нем прокатиться, потому что основной пресс-обзор я уже отснял на него с обычной версией. Но во владении он, получается, смотрится как автомобиль, который заслуживает некоторого уважения. Вот давайте посмотрим на его карапас, сколько он стоит, потому что, я как понял, его можно получить только исключительно из новогоднего ивента, который сейчас проходит на Amazing Online. Госцена у него 22 миллиона 500 тысяч рублей. И неон. Да, вот все тут стоит, все, что нужно. Ну, скажу вам так, неонка, она, в принципе, тут хорошо смотрится. Я не думаю, что Amazing бы сделали что-то иное. В принципе, она идет как прямоугольник. В принципе, красиво. Давайте с третьим чипом его попробуем, как она вообще едет. Так-то машина знатная, прикольная. Сейчас надо выехать на какую-то прямую дорогу. Потому что ультратан, по сути, хавает абсолютно все, что только можно. Вот такую дорогу она прям вообще легко съедает. Но в горку ей как будто силы мощи не хватает заехать. Я знаю, конечно, одну тему, что можно задом заезжать. Потому что у зада всегда тянущая сила больше. Это вот любую машину можно так взять. Но, к сожалению, мне кажется, это никак не пофиксить. Вот задом машина заезжает легко. Давайте попробуем по трассе просто напрямик выжить. Посмотрим, что из этого получится. Ну, не знаю, учитывая то, что это такая махина, я не думаю, что она поедет прям много. Мне просто интересно проверить максималку. Сейчас, давайте вот тут дадим полностью в пол. Так, тут светофор. Не получается, нет такой прямой линии, прям, чтобы, не сбавляя скорость, лететь по ней. 238, 240 вижу. 240 максимальная скорость у ультратанка с третьим чипом. Неонка смотрится хорошо, аудиосистему на ней нет и пофиг. В принципе, машина заслуживает своего внимания. Хоть какового, в принципе, но заслуживает. Машина неплохая, интерьер у нее проработанный. Как бы все как полагается. Давайте сделаем затест ультратанка, наверное, по какой-нибудь неровной дороге, потому что это больше всего машина специализируется, как у академика и было заведено. По каким-либо неровностям, потому что как-никак здесь стоят гусеницы от танка. Я думаю, мы должны это понимать. Давайте вот сюда на неровности, на вот эти съедем. Она их прям, ну, хорошенько хавает, потому что гусеницы все-таки делают свое дело. Волга, как все положено, как это было и в проекте заведено. Я прям не могу нарадоваться, когда вижу это. Особенно в игре, в которую я играю почти полжизни своей. Это очень круто. Вот такую дорогу она прям проедает хорошенько и пролетает при том. Мне кажется, ультратанк также еще невозможно перевернуть, потому что машина стойкая. Как-никак гусеницы не дадут вам даже перевернуться на какой-нибудь правый или левый бок. В принципе, вот такую дорогу она прям, ну, хорошенько вывозит. Что лесную, что не только. Вот давайте в деревню попробуем заехать. В принципе, машина прикольная. Стал бы я ее покупать отдельно и ставить бы на нее неон и чип, я думаю, что нет. Но ради прикола, если у вас реально дофига бабок и вы уже не знаете, чем заняться, то эту машину можно взять для какой-нибудь вашей сумбурной непонятной коллекции.
Так, в принципе, если для каких-то целей ее рассматривать и брать, я не могу вам ни одну цель даже предложить, которая могла бы быть в теории. То есть, ну, я даже таких целей не вижу. Потому что в основном все берут машины, где побольше багажник для рыбалки и там для всяких других целей. Тут, я думаю, багажник небольшой, ну и как бы только если бездорожье какое-то рассматривать. Ну вот, когда вот заезжает она в канаву, она не может выбраться, к сожалению. Видите, у нее гусеницы соскакивают. Тут только сдавать назад до упора не может она. Последнее, что я хотел бы, наверное, сделать, это посмотреть реакцию людей на этот ультратанк. Давайте глянем, что люди скажут по этому поводу. Потому что, я думаю, ультратанка еще никто точно не видел прям такого жесткого. Здорово. Здорово. Тестите пока. Да. Кого? Дед моего. Как ты, да? Сам. Блядь. Алекс, ты где? Чувак, у меня секрет. Реально. Максим Сенька. Ладно, поехали, поехали, поехали. Сейчас, подожди, подожди, сейчас. Поехали. Подожди, подожди, подожди. А просто качать, О, вот это вот первый раз вижу. Создание. Бля, ну, поставить на него неоновую подсветку, это умно, конечно. Ты так думаешь? Ты в этом уверен? Чё? Ты в этом уверен, да? Ну просто смотри, смысл как подсветки, если гусеницы все закрывают по факту, логично же? Нет. Ну да, у меня же маппинг амейзинговский, я же вижу. Гусеницы закрывают большую часть подсветки, как бы, понимаешь? Но гусеницы уползут, я, а подсветка, в принципе, уверен, останется. Еще раз. Гусеницы уползут, а подсветка останется. Как? Как потом гусеницы уползут? Ну, уверен в этом? Их в СТОшке можно убрать. Ты не знал? А как машина поедет тогда, по-твоему? В смысле? Так она на колеса становится. Это обычный, типа, Бентли. Понял, типа, этот. Как она? Континенталь. Типа, GT. А, чего? Это континенталь Бентли обычная. Просто можно в СТО гусеницы убрать у нее. И тогда она перестанет. Только на этой серьезно можно, да, ставить гусеницу? Нихера себе. Мой континенталь нельзя, да? Нет, нельзя. Ну, только ну на если так, извиняюсь, я не прав. Ну да, а я лев. Так-то. Ну так бы объяснил. Я просто не играл, типа, месяца 4, сорян. Ну ладно, я прощаю. Интересно. А да. Почем брал вообще? Почем я... такая? Я с ивента ее получил. Ну да, денег. Почем, если... Если снежки переводить в бабки. Я не скажу, это секрет. А, ну... Как с ивента, и с ёпта, и ПТС и никому на не дам. Что... На ивенте пока нет. Что ё на ивенте. Самарик. Не вариант пока её получить. В заключение хочу сказать, чтобы вы не забывали вводить промокод Левонти на проекте Amazing Online. Он вам даст на 5-м уровне 100 тысяч рублей, а на 10-м уровне 200 тысяч рублей. Это вам хватит для того, чтобы приобрести какую-нибудь себе квартиру дешевенькую и машину, и начать свое, так сказать, выживание на этом проекте. Ну вот, ребят, такое видео получилось. Если вам понравилось, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, не забывайте вводить мой промокод Левонтий. Машина получилась классная. Если вы хотите, то вы можете попробовать ее выиграть в новогоднем ивенте, который сейчас проходит у нас на проекте Amazing Online. Поэтому торопитесь. Переходите по ссылкам в описании, спешите и играйте вместе со мной. Всем удачи!